тихо, 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 тихо. Тихо. Крылья не ломать. Дивимся. 590-580. Вот такий пінгвінчик. Вот такий пінгвінчик. Це курочка. Да, куриця. Покажи їм, що ти дійсно курочка, яка несе очень и очень драгоценные яйца. А теперь скажите, кто является в Украине заводчиком самого тяжелого перепела? Я не говорю, что это бройлерный перепел, и я не говорю, что это диман. Никогда в жизни у меня на ютубе или десь в соцсетях, чтобы я написала, что это гигант, никогда в жизни у меня такого не было. Я говорю, что это техасский мясный перепел. И также задаете вопрос, а яка разница между тем перепелом, який є на Украине? Сама работаю уже очень много-много лет. У меня украинской перепелки в априори немає. Нема с чем работать в Украине. Перетрахкалися западники з восточними, а южані з северними перепілами. Вони перетрахкалися. І чому ви рівняєте ціну своїх дітей, дітонішей вороб'їв к моїй перепілці, до моєї перепілки? Скажи мені, пожалуйста. Почему моя цена должна быть соответствовать вашим микроскопическим воробьям? Хотя оперение то же самое. Пошли, голубка моя. Ну, Люба, горячую голубку.